значит, прям 3D. Ну, почти, сюда еще можно, почти я близок к внутренней разгадке, как он это делал, обязательно с вами потом поделюсь. Здравствуйте, друзья! Находимся перед Гогеном. Помним, да, что очередной у нас мастер-класс как раз будет посвящен творчеству этого великого художника. А специально на мастер-классе вот посмотрим вблизи, как все это выглядит. И на уроке, на мастер-классе мы рассмотрим, какие цвета он использовал и как он добивался вот этих шикарных эффектов, вот этих смешений красок, тонов. Жду вас всех. Друзья, здравствуйте. Приготовьте, пожалуйста, холст 1,20 м на 70 м. Но за неимением таких размеров приготовьте, может быть, в пропорциях немножко меньше. И мы с вами обратимся к творчеству Клода Моне, попробуем сотворить вот такой вот шедевр. Тоже я вам расскажу, как это написано. Какие эффекты он использовал, за счет чего добивался таких переходов, таких цветов. Я думаю, что у каждого дома такая работа только лишь украсит скромное, а может быть и нескромное жилище. До встречи!